Евочка, а что мы опять снежок кушаем? Балованные решили выйти погулять. Уже вечер, достаточно темно, но нам не спится. Евочка стала поздно засыпать, и поэтому мы стали гулять еще и вечером, перед сном. Все же лучше, чем дома. Так интереснее. Вот, снег оказывается вкусный. Вот, Ери говорит, что снег вкусный. Деткам раздолье. Им здесь хорошо. Девочка. Вот так вот балуются. Весело Ярику и Евочке. Бабах, снежок. Ярик тут ангелочков делал. Сейчас покажу. Пойдем посмотрим ангелочков. Да, ангелочки почти на траве. Вот Ярик делает ангелочков. Какие они красивые получаются. Вставай, Ярик, убегай. Вот какие красивые ангелочки. Я думаю, что каждый в своем детстве что-то подобное делал. Посмотрите, правда красиво? Очень-очень красиво. Классно. Хохотушка наша. Солнышко мое. Да, ты моя хохотушка. Хохотушечка моя. Бросила в тебя снежком? Малышка, Евочка, Ева. Ева. Ты моя хохотушка. Вот балованные детишки. Классно. Сегодня новенький снежок выпал. И, конечно же, для детей это огромная радость. Ярик, стой. Там уже какие-то ветки. Держи Евочку. Вот так вот. Посмотрите, что тут у нас происходит через кусты, через какие-то деревья. Ярослав. Ну что, пойдем теперь сушиться домой. Ярик, ты слишком далеко укатился. Ты сейчас превратишься в снеговика. Комочек из тебя такой получится. И лепить сильно много не придется. Все, беги к Евочке. Вот так сбил ее с ножек. Все, давайте помашем все. Пока-пока. Бабах! Бросил Евочку. Все, пока.